«Пермские пчелы» – кооператив пчеловодов, объединивших 4 подсобных хозяйства и 4 фермы. Здесь есть завод по переработке меда, лаборатория для искусственного осеменения пчел, а также уникальное производство по изготовлению полимерных ульев. В кооперативе разводят среднерусскую породу пчел, спрос на которую в последнее время сильно возрос. Племенные пчелопакеты отправляют как по Пермскому краю, так и еще в 12 регионов России. Поэтому расширение предприятия – вполне закономерное решение. В ближайшее время в кооператив планируют привлечь еще более 40 человек. Количество ульев планируется увеличить до 1000. А также создать на территории кооператива племенной репродуктор по разведению среднерусской пчелы. В свою очередь, производство меда планируется увеличить с 12 до 100 тонн в год. Хороших вам новостей!